Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Это безобидная домашняя змея, которая умеет притворяться мертвой. В Нью-Йорке каким-то образом загорелась канализация. У этого человека будто откололся кусочек глаза и теперь плавает сам собой. Сама она рассказала мне, что считает, что у нее нечто вроде свободно плавающей радужки. Язык этой кошки, походу, постоянно где-то застревает. Этому псу пришлось ампутировать задние лапы, но это не мешает ему радоваться жизни. Вот так он у нас гуляет. Один ученый прислал мне это видео, чтобы показать, как выглядит детеныш медуз. Я записал видео о том, как я трогаю пчелу. Если вы когда-нибудь хотели потрогать пчелу, лучше это делать, когда она пыляет цветок, потому что она слишком занята, чтобы на вас отвлекаться. Спасибо большое за просмотр, если оставите лайк под этим видео, а перевел и озвучил виски. Ага.